В Палестине зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви». Об этом накануне сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Позже эту информацию подтвердили в палестинском Минздраве. Отмечу, регистрация была выдана в рамках ускоренной процедуры, без проведения дополнительных клинических исследований. Первая партия препарата поступит уже к концу месяца. Министерство здравоохранения подписало соглашение с 4 компаниями, которые будут непосредственно заниматься поставкой. Партии будут поступать последовательно в течение ближайших 2 месяцев, после чего мы начнем вакцинацию медработников, пожилых людей и других жителей, пока не провакцинируем 70% населения.